Очень важная тема, о которой сегодня надо говорить, о которой много говорилось, но она практически неисчерпаема, это Рерих и Алтай. Известно, что когда Николай Константинович готовился к экспедиции Центральноазиатской, одной из главных задач в ней было как раз посещение Алтая. И он очень много литературы читал про Алтай, про его историю, культуру, археологию. И даже картина, которая нам всем сегодня известна, «Айрот, вестник белого бурхана», первые наброски им сделаны в 25-м году, в начале 25-го года экспедиция началась осенью. То есть для Рериха Алтай всегда был, есть и оставался очень важным, ключевым звеном на пространствах всей Евразии и, конечно, особый регион, значимый для России. У него даже есть такая фраза в одном из писем. Он пишет так. «Алтай – это не только сокровище Сибири. Алтай – это сокровище всей Азии. Это великое средоточие, которому суждено большое будущее». Вот это ключевая фраза – «великое средоточие». Рерих всегда находил слова, очень точно характеризующие предмет исследования. Правда, Алтай – это удивительное средоточие. Средоточие совершенно разных географических зон. Да, вот отмечается всеми исследователями, что фактически Алтай – это средоточие всех ландшафтных зон Евразии. Здесь есть и пустыни, и степи, и леса. Вся Евразия, она развернута здесь по вертикали. Все виды животных, которые существуют на евразийском пространстве, тоже есть на Алтае. Это удивительный совершенно биосферный регион, который сегодня включен в список природного наследия ЮНЕСКО. И в разных местах Рерих постоянно подчеркивает, какие же природные богатства удивительные существуют на Алтае. Да, вот такая у него фраза, может, не точно процитирую. «По всему краю хвалят русский Алтай. И травы-то высокие, и реки чистые, и воздух-то звенящий». И он особенно, например, интересовался, почему, например, у нас здесь на Алтае какой-нибудь баран или козел больше своих сородичей, которые, например, живут где-нибудь в Саянах, ну, в Саянах еще близко к нам, которые живут например, на Памире или в Гималаях. Значит, есть какая-то особенность питания, какая-то энергетика Алтая, которая позволяет животным быть больше, чем их сородичи в других районах. Он, например, очень интересовался хвоей, которой питается кабарга, которая обеспечивает вот, эффективность мускусной железы кабарги, и даже ставил задачу. Надо сравнить, провести сравнительные исследования мускусной железы кабарги и гималайского барана. Там тоже, оказывается, используют в лечебных целях. Мало того, что Алтай – это вот действительно собрание всех ландшафтных зон Евразии, это средоточие всех крупнейших этносов, которые живут на евразийском пространстве. Причем они с давних времен сошлись, мирно сосуществуют. Это и тюркский этнос, да, вот, которому алтайцы принадлежат, уйгуры. Это монгольский этнос, монголы. Это ханьский этнос, китайцы. Ну и, наконец, русские, славяне, которые пришли сюда в 17 веке, фактически все узловые этносы евразийского материка здесь присутствуют. А гунны – это вообще прародители угрофинского народа, здесь остались угрофинские могильники. Не случайно поэтому Алтай, как средоточие, в виде своей исторической прародины, видят корейцы. Корейцы прям так и говорят. Мы с Алтая ушли, а моралов здесь забыли. Продукты нашего пантового мораловодства в первую очередь продаются в Корее. 300 видов блюд. 300 видов блюд. Японцы считают, что какой-то ветвью своей тоже они связаны с Алтаем. Искусство кай у них очень популярно. Венгры вообще считают Алтай своей исторической прародиной. Это один из центров алтаистики Венгрии. Гунны, вот это их прародина, их предки, они ушли с востока на запад, поэтому венгры с большим трепетом относятся к Алтаю. Так что в этническом плане, действительно, и Рерих это тоже постоянно подчеркивает, Алтай – это какое-то очень важное средоточие. Следующий удивительный, конечно, момент. Все мировые религии, а мы знаем, какая непростая межрелигиозная ситуация в мире, все мировые религии сошлись вокруг Алтая, все мирно сосуществуют. Русские – это христианство, казахи – это ислам. На территории Китая, Монголии – буддизм, шаманистские культы остались. Так что вот это удивительный момент, и никаких религиозных особо войн никогда не было на Алтае. Были военные конфликты, но они носили достаточно локальный характер. Следующий очень важный такой момент, о котором надо обязательно сказать. Горы
Это великое хранилище исторического прошлого. Вот то, что волнами вымывается на равнинах и не сохраняется, в складках гор, в ущельях сохраняется. А Алтай – это удивительное собрание археологических памятников, принадлежащих самым разным культурам. И Николай Константинович Рерих всегда подчеркивал, что вот и в историческом, и в доисторическом плане Алтай представляет собой настоящую сокровищницу. Все наши археологи сколько лет копают Алтай, удивительные находки всемирные, а еще Габийский Алтай до конца не копан. Что мы там откроем, никто ведь знать не может. Ну а последние находки, там Денисовского человека, самый древний скелет собаки у нас на Алтае найден. Что мы еще в песках Гоби, да, в наших горах откопаем, мы знать не можем. Николай Константинович здесь был абсолютно прав. Это действительно удивительная археологическая сокровищница, которую мы только-только начали приоткрывать. Очень еще одну интересную вещь подчеркивает Николай Константинович Рерих. Есть два узловых центра на территории Евразии – северный и южный. Это Алтай и Гималаи. Даже так книга его называется «Алтай и Гималаи». Действительно, Алтай и Гималаи – северный и южный полюс Евразии, который обеспечивает жизнь на огромных пространствах евразиатского континента. Там Ганг стекает с Гималаев, с наших вершин стекает Катунь, истоки Енисея тоже находятся в Алтайских горах. Центральные котловины Центральной Азии, которые находятся между Алтаем и Гималаями, тоже питаются водой, которая стекает с алтайских и гималайских ледников. Очень близка флора и фауна. Ну, например, это удивительная вещь. Только в одном регионе Индии, в штате Кинаур, растет так называемая гималайская сосна с орехом. Это точная копия нашего алтайского кедра или нашей алтайской сосны. Орех один к одному. Но между Алтаем и Гималаями лежат пустыни. Вот как было возможно, да, что в двух разных регионах растет один и тот же орех, ну, наши лесники говорят, значит, когда-то между Алтаем и Гималаями протягивались леса, это был совсем другой ландшафт, но действительно вот эта связь, несомненно, существует. Ну и торговый путь действительно шел с Алтая в Гималаи. Любопытный факт, когда в конце 18 века первый англичанин Богль попал в Тибет и вступил в контакт с высшим ламаистским духовенством Тибета, он с удивлением обнаружил, что их одежда состоит из сибирских соболей. Можете себе представить? И все иерархии тибетской церкви прекрасно осведомлены, что происходит на севере, на русско-тибетской границе. Причем с большим уважением отзывались о русских, знали, что там есть великий белый царь и белый народ. Так что вот эти связи между Алтаем и Гималаями были. Рерих считал, что эту связь нужно поддерживать. Сегодня даже есть планы проведения дороги меридиональной из России в Индию. Наверное, не скоро это реализуется. Но работать вот в укреплении связи между Алтаем и Гималаями действительно надо. Наш аграрный университет несколько исследований провел. Мы были в Гималаях, несколько монографий выпустили. Действительно поразительные параллели. Проблемы общие, связанные с туризмом, с вырубкой лесов. Так что вот эта меридиональная связь Россия, или даже точнее Сибирь, Индия, Алтай, Гималаи должна поддерживаться, она очень важна, я думаю, здесь тоже довольно большие перспективы. Ну и, конечно, Николай Константинович, судя по всему, должен был задержаться на Алтае гораздо больше. В августе 26 года, по-моему, меньше двух недель он провел в Верхнем Уймоне, там исследовал его, собрал очень большой материал, к сожалению, пленки многие потом погибнут, потому что они пережидать будут зиму на высотах Чантанга при минус 30 градусов. Как выжила экспедиция, это вообще отдельная проблема. Но, судя по всему, Николай Константинович намного дольше хотел задержаться на Алтае. Одна из его задач была познакомиться с монголами, которые живут на Алтае, с айратами. По-видимому, есть основания предполагать, что маршрут его должен был с Алтая идти по наземной части Монголии до Улан-Батора. Тогда бы действительно вот вся центральная часть Азии была бы охвачена экспедицией, но там сложились неблагоприятные политические условия, даже была возможность ареста экспедиции со стороны советской власти. В общем, этим планом не суждено было сбыться, но Алтай как форпост мира, как действительно важнейший центр культурного разнообразия, биологического разнообразия, всегда Рерихов интересовал. Ну а последующие научные исследования Алтая, которые сегодня продолжаются, многие его
гипотезы, многие его ожидания в полной мере подтвердили. Действительно, это сердце Азии, совершенно уникальное. Сегодня сотрудничество широкое разворачивается между русскими территориями Алтая, казахскими, монгольскими, китайскими. В 2002 году создан Международный координационный совет «Наш общий дом Алтай». Я тоже участвовал в его работе, в его создании. Он сейчас продолжает работать, есть новые планы. Так что Алтай сегодня – это действительно центр и научных исследований, и центр диалога культур. И, судя по всему, его политическая и геополитическая роль в плане укрепления связи России с восточными странами – такого неконфронтационного, естественно, плана, ни в коем случае, а мирного сотрудничества, его роль будет постоянно возрастать. Я своим студентам говорил, не спешите уезжать с Алтая. Как бы это ни звучало парадоксально, здесь находится очень важный мировой центр. Здесь сейчас у нас неплохо развивается сельское хозяйство, много проблем, но за нашим краем большое будущее, мы должны в это верить, не только ради нас, ради алтайцев, но и для Сибири, и для всей России. В этом плане мы всегда будем читать Рериха, обращаться к его текстам. Человек, который был наделен пророческим видением. И я думаю, что еще многое мы из его сочинений почерпнем, на что раньше не обращали внимания. Вернусь еще раз и закончу свое выступление этой темой, что гений потому и гений, что он в каждую конкретную эпоху помогает нам решать наши современные проблемы. Даже сам иногда об этом, может быть, он и не думал, но это действительно миссия великого гения. Он всегда актуален, он всегда современен. Читая эти тексты, мы помогаем находить ответы на вопросы сегодняшнего дня. Поэтому закончить я хочу своим призывом. Читайте Рериха, смотрите картины Рериха. Рериха никогда не бывает мало.